Всем привет, с вами на Лавкрафте, мы продолжаем играть в FNAF Security Breach. Сегодня, в предыдущей серии мы прошли этот оперед, блин, хренов. Чуть не забыли подарочек взять. Там находится буквально... Если просто взять пати в шарики, то вот сюда вот. Смотреть... Если потратить стоит клон вход, то... Это будет для... Вот так вот, левая часть. Уже не куметра фонарика. Поздравляю вас. Сохраняемся на всякий случай. Let's go. Обшитель, обшитель. Предопишем по его местам, где сплю. Угроза безопасности, угроза безопасности. Там можно только... Чика. Ой! Так. Давайте посмотрим, что у нас. Ситуация начинает накаляться, да? Так, здесь ничего нету. Так. Так, здесь ничего. Дало. Смотреть на всякий случай. Ага. Карта. Камеры. А, требуется предмет. Вот предмет. Простил я. Кто его знает? Его знает. Давайте посмотрим, что у нас в кладовке. Может, что-нибудь запрятано. Что-нибудь запрятано в кладовке. И у нас это старый постер. Так, вырезай. Так. Сумок нету. Прятать мы это не можем, да? Окей. Это не критика. Ты им, блять, по все стороны. Так. 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 Пятый доступ. Пятый доступ. Ага, здесь ничего нету. Пятый доступ. Так, очень пятый доступ, тогда будет все офигенно. Так. А, вот я не могу. Посмотрим, что у нас. А, второй доступ. Второй доступ. Ага.
Ага. Нифига. Нету. И смычек нету, все прекрасно. Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. It's past your bedtime. Реще, реще, реще. Так. Сейчас немножко. Ай. Ля-ля, 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 ля-ля. Это было. Это фонтан. Фонтан. Кстати, картины ВДМ. Подает вода. Я не о фонтане. Неужели не видел женщину в костюме жоколика? Что целовала? Нет, не видел. Каких кровек? Мегабицеплекс? Нет. Больше нет. Так, это бред. Будто все в этом месте пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я честно ее. Я хочу помочь тебе. Может, они тоже хотят... и помочь. Это вряд ли. Ты почему-то отличаешься от них. Так. Good news. The front doors will open in 5 hours. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes. Do not panic. If we get separated again, мы снова разделимся. Ты все сможешь возьми через вас. Ты меня будет точно за... Да. Угу. Ясно. Давай чисто храняться. Так. Партийный монитор. Конечно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Короче, там 8. Ширина идет. Твоя, я залезла. Так, туда мы обратно не пойдем. По жопу. Я больше не хочу туда там идти. Почему? Так, значит, я не стрелял. Тут спинч мало, сейчас он не выйдет. Окей. We should get moving. Может, и дальше. Ты можешь поменять. Ну, папочку. Грегори, I have identified 2 possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize number. Check your fast watch. I will mark both locations on the map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. What's up with the lights here? Задание.
Ага. Я вижу, кто-то сейчас будет развить. Развить сюжет. Там подальше мы выбираем. Так. Здесь для мелких. Кстати, насчет сообщения. Писа из помойки. Чтобы клиента писа в закате было странной, куски были разного размера и... или не складывались во все офисы. Один даже кусок был с другой начинкой. И что? Через старую пиццу из помойного ведра? Я не вернусь сюда до сих пор, пока не получу хорошую скидку. Разъяренная мать. Так. Золотая просочная площадка, призываю. Так, мы прибыли. Hi. Please take this map. Take a map. Thank you. Please enjoy. Free map. Ну все. Так, здесь у нас подзарядка. Здесь у нас подзарядка. Ага. Ага. Так, давайте смотреть пока что. Что мы можем сделать? Мы спавную карту получили. Значит, прочную площадку под кафе на этаже мы... Ты. Значит, под охраной. У меня вопрос. Мы на каком этаже находимся? Раз. С этой стороны у нас ничего нет. Ничего нету. Так. Бликборд. Сюда. Ага. Ага. Здесь у нас сейф. Здесь можем сохраниться. Конечно. Да. Отлично. Опять карта. Мы находимся на этаже номер 2. Пожалуйста. Закрытая зона. Пожалуйста. А, дальше остался. Оп.
сейчас мы... Короче, проверим. А. Сейчас. Просто по карте. Тут было отмечено что-то там. Как бы. А. Ясно. Ну что ж. Пойдем на этаж выше. Давайте сейчас спустимся. Так, задание. Прогрузочную площадку под кафе. Вот, да. Так. Далее в пент канал рядом с прилегкой салат эндсайдер. О, подарочка. Подарочка я люблю. Подарочка я так люблю. Я там мультик. Solid, solid insights, да? Ice cream. Походу, у тебя нет доступа в системе безопасности для доступа к нахуй. Я не успею нормально прочитать. Как кто-то начинает мне... Доступ 4 нужен. Доступ 4. Даже здесь я смогу добраться до тебя, если... А там сейчас стоит сигнал, если... Как ты, ты можешь обновить свою мини-карту? У тебя охрана. Ясно. Окей, допустим. Вот охрана на третьем этаже. Давайте мы пока что изучим, что где. И плюс подарочки собираем. Подарочки ведь это хорошо, да? Или не же нет? Хе, ругайся. Полетела, как отлетела. Так, здесь не надо пройти. Сырят не устроился. Так, здесь ничего. Это закрыто. Ага, ага. Я сам понятно. Значит, так и так. Ну, подарочек мы там сидели. Давайте посмотрим. Теперь. У нас находится на. It looks like the door to El Chips is open. Сервак. А призовой диалог. Ага. Тебе не спрятаться. Кто бы говорил. Опачки. Опачки, здрасте. А вы шо? Тут секретики держишь. Прячете, да? Да? Так. До свидания.
I bet I'm your favorite. Well done, Gregory. You are in the East Arcade. You should be able to get to the prize counter through the security office. Look for the door with the security badge symbol on it. Gregory, you are in the East Arcade. You should be able to get to the prize counter through the security office. Look for the door with the security badge symbol on it. You can't hide forever. That
Ясно. Жена обслуживания. Безумный перчикин. И ко мне не выключается. Первый автомат продолжает работать, даже если втащить вилку из розетки. Чертовщина какая-то. Я не могу остаться столько достаточного заряда. Так. Восток друг. Восток друг. Окей. Все двери у нас закрыты. Есть что-нибудь?
Окей. Потому... На этом, в принципе, можем заканчивать. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, полный отфас, всем.